Для чего используется вертикальное панорамирование? При вертикальном панорамировании камера стоит на месте, а объектив перемещается по вертикальной оси. Самый банальный способ использования этой техники – дать зрителю возможность оценить высоту объекта. Мастерски же технику вертикального панорамирования используют для соединения двух центров интереса, расположенных друг над другом. Но это будет требовать намного больше ресурсов при проработке мизансцены. Еще больше о киноремесле в моем профиле. Подпишись.